центре детского творчества сработала система пожаротушения. По легенде, произошло сильное возгорание на третьем этаже. В Первоуральске продолжают проверять готовность всех сил и средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу на место предполагаемого ЧП незамедлительно прибыли пожарные и спасатели. В ходе обследования выясняется, горит на третьем этаже. Специалисты приступают к тушению. Ранее из здания эвакуировали 30 человек. Детей среди них не оказалось. Занятия в секциях начинаются позднее. Напомним, в Первоуральске проходят тренировки по гражданской обороне. В них задействованы спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции. Они участвуют в ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, проверке системы оповещения и связи. Раз в полгода в любом случае такие объекты должны проводить тренировку. Ну, потому что детям особое внимание, как они себя в панике будут вести. Да и взрослые, в принципе, тоже не всегда к этому готовы. Дети особенно. Кто-то может закрыться в шкафу, залезть под стол, куда угодно. Где-то, ну, просто побояться выбежать на улицу. В части пожарной безопасности проводятся тренировки объектовые. На каждом этаже проверяются схемы эвакуации. Готовность первичных средств пожаротушения, взаимодействие с пожарными подразделениями и работоспособность системы оповещения пожарной тревоги.